А здрасте. Камеры. Кстати, Ваня, каждая сумка. Я вас приветствую. Привет. Ну. Привет, привет. За здравную речь. Шлавок набрали. Конечно. А потом каждый показывает. Давайте позировать. Давай денежку. Леша, дай тебе денежку. Там фишек, все во фишек. Что за фишек? Смешные цены. Цены просто меньше. Что же все? Блин, я подумала. Это называется попросили оставку. Я оставила вам, оставила. А, есть, да? Отлично. Это на какой там? За упорожение. А что ты нам оставила? Уже нет. Так, слушаю вас внимательно. Толик, что ты показывал? Что ты показывал? С нончаками. Стиль пьяной змеи, знаешь? Так я вам не говорю. А ты не знаешь порядок? А чего делать? Натовка, покажи! Покажи! Привет. Ой, Наталья. Сейчас придет. Привет, Наталья. Привет. Никого не знаю. Кошмар. Я теряюсь. Здесь все свои. Здравствуйте, берется. Ладно. Ты думай, вот так. Кромсай на сухарики. И в духовку. Во будет. Они сейчас чуть-чуть побудут и поедут. Да? Но они будут участие, наверное, принимать. В голоконцерте? Вряд ли. Может, турецкий привет сказал? И мы этому рады. Блин, хочешь снять компромат? Хочешь снять компромат? Нет, это не компромат. Я спрашивал, хочешь? Хочу. А уж слайсов больше. Нет.
раз не людей на этот счет. Да и так же все знают. Дай мне свой. Ну а как так? Между первым и вторым лишним, это уже как бы устаревшее. Сейчас вообще да. Не вовремя. Не вовремя выпитая вторая, загубленная первая. Это нас запомнит. Согласен, да, Игорь? Это хорошо. Да. А у меня всегда этот перерыв очень небольшой. Ну, скажем честно, вообще никакого перерыва. Нет, бывает, бывает. Первый. Хорошо. Нет, с морозом перерыв между первой и второй бывает только тогда, когда второй нет, и за ней приходится бежать в метро. Скажите, Леонид, у Лени есть запись. Ну, что с учетом всех, кто вообще подкали в эфире, здесь было заявлено на перерыв. Я думаю, что это что-то типа коньяка, да? Вот это вот. Там 38, а что это такое, неизвестно. Здесь написано. Да, покажи, обозначь. На тебя смотрит еще 20 человек. Ты видишь там что-нибудь? У тебя вижу. Сейчас? А ты снимаешь? Да, ну это пока моя пленочка. Так что не надо. А можно потом с той пленочки будет на этот берег? Можно, можно. Ну вот. Рыбочки. У корреспондента. Рыбы, говорю отсюда. Рыбы. Грибочки. Кто делал? А? Может, казачка зашлем? Между небом и землей.
знаете, что у вас хорошо получится? Электричка. Да, пошла. Отвечаю. Митя, не надо, надо еще вести его. Смело.
Жалко.
аппарат ты убирал, по-моему, человек. Посмотри. Еще раз. Значит, господин, но уже человек. Уже время чекнуло. Это в калориях это не выражается. Ой, ес. Чиз. Чиз. Чиз, скажи. Чиз. Сэй. Я говорю фразу, да? Вот вместе с хозяином, что тепло есть тепло, и в калориях это не выражается. Ну, да, тут здесь я. Хорошо. Я отвечу. Так, это чьей гурдон так в натуре? Кинопречка. А так оказалось, как будто значит сказал. Четыре, да? Три собрано? Нет, три. Ну, четыре. Хотя взять и знаешь. Полчаса отмерзло, там полчаса там байки разные трои там себе там прочие вещи там рассказывал. Пока это артист погодили. Прямо на концерте, да? Да, это был концерт, это днем было. А это в зале, где-то какие-то вот. По-моему, в Киеве был маленький зальчик, очень приятный, в котором периодически пропадал звук и вибрировал зал. Вот на какое-то время. Оказывается, на метро, и вот как поезд проходит, вот пока он не пройдет, зал вибрирует, и звук, ну, при всем желании, просто он просто пропадает. То есть не то, что там очень сильно слышно, как поезд едет, нет, просто пропадает звук. В Киеве, да? Да, в Киеве есть. Сейчас этого зала нет. Я застала последний концерт. Был какой-то клуб, и они сказали, это наш последний концерт, потому как здание сносят. Нет, это на какой-то из площади. Вот я помню, что и клуб назывался на площади. Вот типа торговая площадь. Клуб на площади, знаешь, да. Вот клуб на площади. И я попала случайно на их последний концерт, они сказали, в нашем зале. У нас уже есть новое здание, там хороший зал, все прелестно, но это вот свой родной зал. Мы даем последний концерт. И я впервые увидела этот эффект. Они сказали, это нормально, это у нас всегда как проходит. А как раз здание было под снос. Буквально за день до начала. Всегда хорошие концерты были, там аудитория хорошая. И вообще город очень теплый, конечно. Киев, я вообще обожаю Киев. Ну вот когда мне говорят, где бы я хотела жить, я пожалуй, Киев и Одесса, вот два города, где бы хотела. А вот для меня Киев как раз вот. Киев очень люблю. Киев очень люблю тоже, да. В прошлой жизни хохлом был почти. Но я все знаю это слово, Вуйка. Да.